Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Honor Pad 8. И сейчас я покажу вам, как настроить, поменять обои. Итак, для этого мы сводим два пальчика на экране. Далее выбираем обои. И теперь мы можем выбрать либо что-то из галереи. У нас здесь ничего интересного. Либо что-то из системных обоев. Либо можем нажать другие обои. Здесь мы можем перейти в приложение темы, но, по-моему, тут нужно зайти, да, войти в Honor аккаунт. Окей, давайте я тогда выберу что-то из системных обоев. И нажимаем на галочку. И выбираем, на какой экран хотим их установить. И устанавливаем. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.